Вариантов приготовления мяса может быть множество, но слишком много – никогда. Для разнообразия хочу предложить вам попробовать нежнейшую свинину в соусе из помидоров и ягод. Чудесная идея, советую. Покажу вам, как приготовить свинину, тушеную с брусникой и красным вином. Это простой рецепт для тех, кто не любит проводить много времени на кухне. Замариновать мясо лучше заранее, на ночь идеально, но минимум на пару часиков. Если помидоры у вас кисловаты, в маринад можно добавить щепотку сахара. Для ежедневного меню – чудесное блюдо. Свинина 650-700 грамм. Брусника 50-100 грамм, по вкусу. Луковица – 1 штука. Помидоры 2-3 штук. Красное вино – 1/2 столовой екона. Соль и специи – по вкусу. Растительное масло – 2 столовые ложки. Количество порций – 6-1. Помидоры вымойте, нарежьте тонкими ломтиками, свинину – небольшими кусочками. 2. Выложите в глубокую мисочку и добавьте по вкусу соль и специи, перец, микс приправ для мяса, ароматные травы и так далее. Аккуратно перемешайте и уберите в холодильник. Пусть мясо маринуется 2-6 часов. 3. На сковороду с толстым дном, или сотейник, налейте растительное масло и выложите мясо. Очистите и измельчите лук, распределите сверху. Добавьте ягоды и влейте полстакана воды и вино. После закипания убавьте огонь до минимума и томите мясо под крышкой. 4. Тушите мясо час-полтора, в зависимости от размера кусочков, до мягкости. Перед подачей можно украсить свежей зеленью. Приятного аппетита!